Эстафету еженедельных сельхозярмарок приняла Североказахстанская область. Представители региона привезли в Астану более 700 тонн продукции, которую продают по сниженным ценам. По традиции посетители угощают горячим чаем и пловом. Так торговля превратилась в настоящий праздник с танцами и песнями. Продукция очень хорошего качества. Как вы видите, вот везде очереди, люди разбирают. Экологически чистый продукт, выращенными нашими сельхозтоваропроизводителями в преддверии 25-летия независимости. Мы не только сегодня проводим ярмарку, с 18 числа проходят дни культуры Североказахстанской области. Мясо хорошее и картошка. Недавно закупили продукты у Южно-Казахстанской области, но и на этот раз не упустили возможности приобрести качественные товары. Постоянно потребляем это масло. И, ну, она 1500, дешевле на 200 тенге на рынке. Спасибо Питеру! На ярмарку приехали более 100 сельских предпринимателей. Они привезли мясо, молоко, мед, колбасы и даже выпечку. По словам аграриев, год выдался удачным. Так, к примеру, только в районе имени Макжана Жумабаева поголовье крупного рогатого скота достигло 42 тысяч. Мы сегодня представляем всю сельскохозяйственную продукцию нашего района. У нас около 40 тонн картошки, 30 голов крупнорогатого скота, 7 голов лошадей, 25 голов овец, почти 1500 тонн птицы, 300 килограмм меда. То, что мы производим, наш район. Мы сегодня представляем всю продукцию. Около 6 КАМАЗов мы привезли.